художник Владислав Цельман к своему 75-летнему юбилею представил жителям города Алматы персональную выставку живописи и графики. 50 картин, написанных с 60-го по 2000-е годы, впервые увидели ценители искусства. Неизвестные работы мастер создавал не только в Казахстане, но и в России, Латвии, Узбекистане. Его произведения хранятся в собраниях многих музеев и частных коллекциях дальнего и ближнего зарубежья. Я когда был в Латвии и пошел на причал к этих яхт-клуб. Ну, я же на Иртыше родился. Мне интересна вода, пароходики, лодочки. И там стоит вдруг это корабль времен Магеллана. Ну, как я из степи увидел такой корабль? Я скорее стал его рисовать и писать. И так увлекся, что и свалился в воду. А это был апрель. Для Владислава Цельмана его картина – это волнение, боль и радость. Произведения художника автобиографичны. Акварель, масло, карандаш или просто цветные мелки. Инструменты, с помощью которых мастер рисовал любимые места. По словам же его коллег, он чувствует характер человека, которого пишет. У старых художников у них четко поставленная рука. То есть графика карандашная там выполняется без каких-то там резинок, без ластика. Это видно прямо, что если штрих сделан, то он здесь сделан уверенно и четко. А у молодого художника, прежде чем он найдет этот штрих и правильную линию, он много сделает проб и ошибок. Как говорит художник Цельман, эта выставка его второе рождение. Много лет автор работал в монументальном искусстве. Впереди много планов, например, организовать выставку с молодыми талантливыми художниками. Есть первые наброски, и по мнению Владислава Цельмана, это будет интересный и увлекательный вернисаж. В Токио прошла 17-я